Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем, может даже сегодня уже и закончим кастомки по этому. А, значит, Tropical Tunnels, который здесь был, он уже был, вот так вот, поэтому, да. А, поэтому сегодня первый уровень будет, вот как в принципе осталось три штуки. А, Toxic Waste, токсичные отходы. 26 апреля 2020 года, автор Sukihiro Game. Ну пошли, посмотрим, что это за токсичные отходы. Вот. То есть прям этот уровень сейчас первый. Очень длинный, прям вот. Очень длинный. Finally, a worthy opponent. Что это такое? Глаза щиты, что ли? Так, а. Что так громко-то? А как наверх? Непонятно, так. Типа... Dead end. Серьезно, да? Вау. That was close. То есть буквально ты прыгаешь, берешь меч и пиздец, ты не можешь вылезти. Всему ничего нет полезного. Yes! Я взял невидимость, она тоже закончилась. Че, блядь? No! Кстати, вопрос, как я должен понять, в какую сторону мне куда прыгать и чего? Интересно, это баг, что вот одна пуля прошивает их всех, или так и задумывалось изначально разработчиками? А если так и задумывалось, то типа, почему? Ну, типа, почему вот именно конкретно эти враги, а других нет? Опять симметрия началась. А, здесь можно, окей. Prepare to die, pedestrian. Это как я хочу пройти Робин Гуда, а? Вы себе не представляете. Ну не все, конечно, игры прям. Хотя, возможно, представляете. Робин Гуд, легенда Шервуда.
Но есть одно обстоятельство, благодаря которому я ее пока не начинаю проходить. I don't have all day. Даже учитывая, что я разобрался, как его нормально запускать, чтобы он работал, и что, ну, технически я могу это сделать. Запись определенная, есть проблема. Но... What marvel of engineering. Вот как-то так. Ну, я не так, чтобы очень круто, я согласен. Стало прям интересно. Чувак отравился. Не, отравился, ну понял. Горели на работе? Да. Ну, я опять же должен проверить, убивает или нет. Я специально не заходил в такие места, ничего не брал здесь. Я даже не пробовал. Да. Как вот сюда, может быть, как? Хуй пойми. Так, сейчас. Так. Опять же, это муки ради превьюшки. Уж больно хороши эти парни. Сейчас же понять, куда идти-то? А, тут бочка бу-бу-бу-бу-бу. Оу, май. Так, стоп, туда. Туда это куда? Вот какого хуя? Ладно. This looks challenging. Согласен, ну его нахуй. Everything's in order here. Да хорош, не хочу это. Опа. Фух, ладно. Куча мест, которые хер по мне как заходить, но ладно. Ну-ка, стой, пошли. Можно было еще раз. Вот как наверх разобраться? Нет.
Давай же, построено красиво, но как вот туда залезть-то? Здесь даже сокровища есть. Непонятно. Да, конечно. Да. Это было приятно, хорошо. Это хорошо. Тринадцать секунд, окей. Да пошла ты нахуй! Орёт она ещё на меня. Красивишно. Стоямба. А что туда там? Бабла поднять? Реально. Поднял бабла. Да. Ну, ладно, понятно. Просто денег поднять. То есть стрелочки целенаправленно вводят в заблуждение, потому что идти надо вот сюда. Your men need more training, what a putrid odor! Нет, это вообще была самая, по-моему, эпичная победа над боссом. Просто пошел нахуй. Ну ладно, ради этого хотя бы стоило уровень пройти. Взять и выкинуть Вулвингтона нахуй просто в эту яму. Долина пещерных каверns гротов. Версия 2.0, 17 августа 2009, автор Cold Flame. 19, конечно же. Ничего себе тут. Грузись, игра. Опять обман ожиданий прям. There's got to be a way out.
Прикольно. Вот, видите, вот лаву уже зеленая сфера. Можно и руки зелеными сделать. Да, хорош, ну что. Да чё ты так, почему нету-то? Берёшь и кушаешь, всё нормально. Коготь, время пожрать есть почти всегда. Вот так. Это была сейчас такая прям философская эта телега. Да, прикольно. Сейчас даже технически очень прикольно сделано. I've only got one shot at this. Она же ездит. Она не рушится, мне надо было постоять. Ладно. Тут я прям сам уже тупанул. Блять, это там стреляют. А, это здесь стреляют. Кстати, почему-то редко берут и вот врагов не свойственные им уровни запихивают на самом деле. То есть, там, не знаю, было бы прикольно увидеть всяких таких врагов. Да, собачек в темнице, допустим, да, вот в первом уровне. Ну, было бы круто. Так, мне, кстати, вверх и надо. Окей, все, стоим тогда. Чё, думаешь, мне патронов жалко? Нихуя подобного. Хм.
Хорошо. Да пошел ты в жопу! Как ты умудрился так прицельно мимо нее? Ну. Как ты должен был сюда попасть? Судя по сохраняшке, и так. Нет, туда не хочу. Так и знал, что она убирается. Сначала хотел уже прям сразу прыгнуть, но не, погоди-ка. Молодец. Да, прикольный способ убийства собачки. Ну вот еще и как она ее. А, блин. Ебать, она ее долго. Как я должен догадаться, что ее столько времени, типа. Ой, блять. Как светофор, блять, который, знаешь, ждешь пешеходный. Который ждешь, ждешь, его на 3 секунды, блядь. Сейчас ждешь, и 3 секунды он работает. Dead end. Да еще. Блин, в какой-то веке совпало. No. Окей. Так, это все заебись, а куда идти-то? Okay.
Или там опять какая-нибудь... Вот как я сюда должен попадать? Captain Claw! Oh, some respect, will you? Я говорю, я реально не понимаю, как я должен его слово упасть. Я не знаю, я сам из себя сегодня убиваю. Пиздец, блядь. Поэтому... Не, ну сюда ты можешь залезть. Ничего такого. А. Хуя себе, в лаве ходит. Ну не в лаве, в статье, смотри. Дичь. This looks familiar. Это точно. Да иди нахер. Я иду там мышь на руку бегаю. Я думал, в бочку вообще так попаду. Ну да Yeah.
Ух ты, нихуя себе, как быстро. Да вроде не так быстро, почему я не успел? Where's my crew? Допустим, мне так прям нравится это место. Сейчас я себе поставлю. Возможно, опять же, примерно 32. Возможно, может и... Сейчас, опять же, минус вот таких вот, когда здесь много и куча всего, ты иногда больше сейчас просто... Блять. Иногда просто ты не замечаешь всего. Че я на нее смотрю? А почему вот он второй раз не наносит удар сразу, а? Согласен с тобой полностью, ну его нахуй. О как. Captain Claw. We meet again. Да почему, блядь? Если какой-то тайминг идиотский сделали вот этих вот. Такими, как ты. Чё-то сегодня этих всех боссов нахер просто выкидываем это. Ну, они рано как-то появляются, непонятно. Но выполнено красиво, конечно. Ну и, в принципе, остался у нас последний. Дикий порт. Версия 2.0. Cold Flame, 13 января 2019. Поехали. Оставлять уже на следующую серию, учитывая, что всего 36 минут прошло, я не вижу смысла. Вот. Wild Harbor, мне почему сразу Far Harbor.
out of here. I like you. Нихуя себе, ребятки. Это приколы. Уходите с одного удара, ну спасибо. So far, so good. Не, вот дизайнерские сети места, конечно, красивые, ничего не скажешь. Пиздец. So far, so good. Take that, sure of it. Все логично, да. Да хорош, заебал ты меня. Буквально смерть, окей. Да блять, да это тайду-то. Что за хуйня, блять? Я ебал, блять. Какой-то уровень, блять, я хуй знает. Да, ладно, запомнил. Охуительно. Там, оказывается, нельзя ходить. Манифик. Он же из первой магии отъезжает. Ничего себе. Вау. Да, действительно.
тебя, блядь, прыжу. Как ты содрал мне прыгать, просто пиздец, коготь. А, все? Не, погоди, а там что-то... Anybody see my magic claw? Да опять же напихано, как оно, блядь, будет работать? Да кого ебёт, блядь? Подумаешь, не работает, ох-то. Что миллион всего со всех сторон, еще и здоровье у врагов увеличено, охуительно. Давай. Heavy artillery. Defeat Не, ну вот еще со всеми не справляться, пиздец полный. Ну, собственно, вот. О, ну не знаю, он опять же красивый, но это какая-то надо скиллуха прям вообще очень серьезно обладать, чтобы все это проходить вот самому вот таким вот уровнем. Ладно. Собственно, все. На этом на сегодня и, в принципе, вообще пока что с когтем заканчиваем. Говорю, он, честно говоря, за годы уже меня успел довольно сильно утомить, несмотря на то, что я все равно очень люблю эту игру, безо всяких каких-то там этих... вот, это действительно охуительная игра и вообще... И вообще шедевр, просто опять же, без шуток и безо всего. А, вот. Ну, если будут появляться новые уровни, можно будет там, когда выходят, по, там штуки две. Потому что, знаешь, если типа уровень новый, и он короткий, допустим, и там для серии 20 минут ни о чем. А пока что ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. В группу по когтю тоже обязательно. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры, за процессе Капов Крип и на канал Маргариты Манисбековой. А на Телеграм тоже там всякие прикольные штуки бывают, которых нету больше нигде. А вот, по возможности поддержите канал материально, если у вас есть такая... По возможности, если у вас есть такая возможность. И там на колокольчик жмякать обязательно, чтобы все уведомления приходили. Вот так. Все, всем всего доброго, эти хорошие игры и всем пока. Фух. Вот.